скажи, ничья для вас с геологией – это положительный результат, как ты считаешь? Ну, учитывая игру, хотелось бы выигрывать. Нас устраивала только победа, поэтому это ничья. Если по счету брать, то, конечно, негативно. Ну, а в целом, конечно, с такой сильной командой не проиграть, тем более в наших условиях, когда нас было без замен, учитывая удаление, то, конечно, хороший результат. Сегодня такой скандальный матч. Скажи, почему? Расскажи немного. Вот в плане судейства, может, не все так хорошо было? Ну, понятно, что если результат неудовлетворительный, то есть вопросы и к судейству. Ну, в целом, я думаю, осудили как смогли. Не из-за судей, скажем так, мы не выиграли этот матч. И поделись своими впечатлениями от участия в Кубке. Очень хороший турнир. Организация на высшем уровне. Все очень нравится. В первую очередь это зал. Дальше команды сильные. Все хорошо. Мне очень понравилось. Дальше будем бороться за третье место.